Друзья, всем привет! Как и обещал, сегодня на обзоре вот новинка от компании Swamp Deer. Отправили прицел для обзора HD Max 3.12x32. Начнем небольшую такую распаковочку. Вообще прицел лежал в таком вот пакетике. Прицел идет бленда. Шестигранник для барабанчиков. Ну и все стандартно. Салфетка, спецификация. Итак, вот такой вот у нас прицел. Swamp Deer HD Max 3.12x32. В первой фокальной плоскости. Получается у него 32-я линза, выход. Длина у него 20 сантиметров. Что же такого отличительного? Производитель заявляет, что держит огнестрел. Поправки барабана у него в муа. Крик барабана 1/2 муа. Поправки плюс-минус 35 муа. Труба прицела 30-я, выход линза 32-я, как я говорил. Так, что еще такого? Вес прицела 370 грамм и 203 миллиметра его длина с крышечками. Вот такой вот у нас аккуратненький прицел. Swamp Deer HD Max 3.12x32. Барабанчики здесь тактические. Отстройка параллакса есть. От 7,5 ярдов до бесконечности. Вот такой вот у нас прицел миник. Очень отлично подойдет для мини-булок, корсара, добермана. Также для тех, кто пользуется переломками, отлично подойдет. Данный прицел будет держать переломку. Ну что, наденем насадку для съемки с оптики. Посмотрим картинку на 50 метров. Друзья, всем привет. Итак, дистанция 50 метров. Прицел на кратности 10. 8. Картинка сочная. Прицел у нас Swamp Deer HD Max 3.12x32. Так, продолжаем смотреть картиночку. Кратность 8. Перейдем на кратность 3. Итак, сфокусируемся. Кратность троечка. Прицел 3.12x32. Картинка четкая. Дистанция 50 метров.